Ну и, друзья, была небольшая ретроспектива у нас сейчас на экране 2014-2015, ну а сейчас у нас год 2016, мы снова здесь на Ring DD1 Asia Pacific Dream Ring Grand Prix 2016, и у нас на экранах вот конфигурация нашей трассы, первая туда традиционно затяжная, а далее у нас неоцениваемый участок, позже. И вот такое завершение нашей конфигурации.